Я здесь против войны. Сегодня славяне убивают один одного. Это кошмар. Мой дед, чистокровный украинец, воевал с первого дня войны против фашистов вместе с русскими, с белорусами. Это страшно, что сегодня творится. Надо остановить эту бойню. Каждый должен выходить. И каждый должен протестовать против этой войны. Не должно быть нейтральных.